Так, перед Мизикешем. У нас есть полностью изученные все улучшения. И все герои. Так, значит, в карте Мизикеш, в этом сценарии, нам предлагают главному герою добавить еще два героя. В чем фишка? В том, что сражение в этом Мизикеше, оно, ну, подразумевает, что как бы могут и герои помереть. Там есть такой голем стеклянный, который каждый следующий удар увеличивает. Два там раза или больше, но он ваншотает героя. Вот, и несколько раз я проходил. Использовал такую штуку со станами. То есть у главного героя вот этот стан есть. На сколько там секунд. Есть у вот этой вот Белисари стан на 8 секунд. Очень большой. Брал Пулитера. Из-за того, что он защищает свою всю армию, защищает от оглушения, от яда, от всего. Очень полезно. Защищает от отравления. Тут написано так, а ауру, если посмотреть, там защищает и от горения, и от всего. Кроме того, после того, как Савву побеждаем, там надо будет столкнуться с Левиафаном, с королевским. И он 12 тысяч хп у него, его нужно тоже убить. Ну и нужно подумать, каких героев взять. Вот если брать Алинских, то это призываются войска, там тоже интересно. С батальоном ходил, с Сандермалеком ходил. Деструцы тоже ходил ради хилки. Ну, с этой не ходил, конечно. Ходил с ней, с Каролини, соответственно, и с... Ну, стандарт — это выбрать Каролини и Ари. Это стандарт. Ну, Каролини, например, увеличивает здоровье героя. Здоровье солдата. Полезная штука. Ари дает этих пехотинцев. Можно взять Пулитера и Каролини. Сквозь темное стекло. Мы доставили ключи к воротам Мизикеша. Вместе они снимут заклинание, ограждающее сердце угрозы темных алинов, что находится в этом городе. Здесь мы вступим в бой с темным алином Савву. И здесь же решится судьба народа алинов. Наконец-то мы прибыли к воротам затерянного города Мизикеша. Ну, посмотрим, стоило ли платить за эти ключи, так если я погибну, все будет кончено. Получилось! Преграда пала! Теперь надо найти дорогу к Савву.
Грот здесь не подвержен замедлению, оглушению, пролечу, ожогам, заразе и ядам. Очень мощная штука. А руху мне откуда, что-то я не помню. Вроде убирал его. Вообще, тут некоторые говорят, что можно в три героя пойти и всех разнести. Thank you.
Но если вот герой только один, который лечит, а если, допустим, был бы Деструцио со своей хилкой, и вот это Белисари с хилкой тоже, которая лечит, было бы как-то проще излечиться. Вот тут пол хп нету, и куда идти? Так что возьму 4 голема, ну или 3. Вот здесь, кстати, я удивился, почему-то у него здоровье 1890. Джакомо был.
Если освободить этих пленников из стеклянной тюрьмы, они наверняка присоединятся к нам и помогут справиться с Савву. Вот, соответственно, голем этот, фишка. Фишка в том, что он толстый, 6000 хп. И так, сопротивляемость магическим атакам. Распадается на два взрослых голема. Позволяет использовать разрыв. Но атака у него, допустим, вот это 50, и она увеличивается каждый раз, а вот в 5 раз. Вот прекрасно все написано, то есть 50, следующий удар 50, о, следующий 250, а потом уже 1250, то есть с третьего удара он ваншотает и дальше ваншотает. И даже под щитом под этим он ваншотает. Поэтому, чтобы его загасить, надо либо убегать от него, либо заставить и зергануть.
Стал, не ожидал вот этого. Давайте попробуем стан. Господи, что это за создание? Вот пошел стан на 10 секунд. И за это время надо попробовать его загасить. Куда-то пошел кого-то бить. Вот пол хп снес под щитом. Он разделился, их стало два. Надо идти дальше.
Надо вылечить войска в оазисе. Пауки лезут из нор. Если норы уничтожить, пауки перестанут плодиться. Господи, что это за создание? Пауки.
цепи. Ненавижу пауков.
Теперь осталось победить Саву и покончить с этим безумием. Эта штука сзади него. Похоже, она его питает.
Потеряв связь со своей машиной, Саву лишился большей части силы. Он постепенно приходит в себя. Каким же надо быть сильным, чтобы пережить такое? Риск велик, но я должен отвезти это устройство домой и изучить его. Обладая таким могуществом, я смогу навести настоящий порядок. Это Дож! Мой дорогой Джакомо, как твои дела? Я привез тебе новую игрушку. Вот, держи. В общем, с Левиафаном тут есть два способа. Либо дать ему подчиниться, либо не давать. Не давать — это дать стан и добить.
Эй, Джакомо, помощь не нужна. Старые друзья всегда появляются в самый подходящий момент. Ленора, как хорошо, что ты здесь. Рад тебя видеть. Давай покончим с этим.
должен быть ролик был, но я его, по-моему, пропустил. Решающая схватка. После нашей победы в Мизикеше нас атаковал причудливый летательный аппарат, не похожий на все, что мы видели до этого. Похоже, хозяева дожи наконец-то решили показать себя. Мы отбили атаку этого корабля и погнались за ним, только чтобы обнаружить себя на краю непроходимых джунглей. Мы не нашли следов людей, но похоже, что странные покинутые деревни в этом районе опустели не так давно. Если мы хотим двигаться дальше, надо разгромить квотлов на этой территории. Похоже, и другим удалось отразить атаки квотлов. Мы встретили человека по имени Йонтыш. Он хорошо знает эти места и предложил показать нам дорогу, но он очень осторожен. Ведет себя так, будто мы должны показать ему, на что мы способны. Теперь я командую объединенной армией Винчи и Алинов. Не думаю, что квотлы позволят нам долго отдыхать.